Так, представляем вашему вниманию электрический сверлильный настольный станок марки DeWalt, модели ST1351. Данная модель предназначена исключительно только для домашних объемов работы. Мощность ее на 350 Вт. В комплектации идет тиски, а также патрон на 13 мм. То есть получается максимальный диаметр сверления у нас получается 13 мм. Так, у станка есть регулятор глубины сверления. Вот, до 5 сантиметров. Вот снимаю этот регулятор крупным планом. Стол. Так, стол. Стол можно поднимать вверх и фиксировать с помощью вот этого винта. Также стол у нас можно ставить под различным углом, то есть вращать вот таким вот образом и фиксировать. Тут еще есть такая вот настроечка, с помощью которой можно регулировать точность сверления вплоть до 0,05 мм. Для этого нужно снять вот эту вот гаечку, которую я снимаю крупным планом, и вращать винт. У данного станка всего 5 скоростей. Вот, значит, первая скорость 600 оборотов в минуту, вторая 900, третья 1250, четвертая 1750 и пятая 2600 оборотов в минуту. Вот. Режим работы. 15 минут работаем, 5 отдыхаем. Вот. Вес 18 килограмм. Вес 18 килограмм.